Жень, а почему тогда тебе самому не пойти в политику? Не хочу. Нет, ты знаешь, я тебе объясню. Меня все к этому толкают, каждый день пишут в Facebook по 500 писем, чтобы давайте, давайте, вот будете нашим там, как это там, Бонапартом, все прочее. Я могу быть Бонапартом. Я знаю, как это делается. Есть энергия, есть тембр. Но я не хочу, объясню почему. Неблагодарность дикая. И вот ты хочешь, чтобы я все бросил, фрески, Венецию, да, наслаждение, чтобы с утра слушать там, я не знаю, какую-нибудь Делиду вечером, Думингу или Оперетту, или Шмыгу переслушаю, да, и здесь все бросить, и это что такое политика, это надо рано вставать. У них же митинги, вот тоже оппозиция, я очень поддерживаю, но ходить с утра, я вижу, что бессмысленно, бессмысленно, я написал после полотна, что не бывает напрасно прекрасное, да, вот цитата, но с утра. Почему с утра встал, привел себя в порядок, кофе послушал, прочитал, так сказать, там, да, «Таймс» с деревяшечки, да, красиво, «Равеля», и, пожалуйста, можно устраивать митинги, там, все что угодно, да, и собрания, то же самое, эти все собрания потом пойдут, или партии, как это, партийная дисциплина, даже если будет моя партия, но все равно должен быть дисциплинирован. Видишь, кто-нибудь там пришел, член партии. Видишь, ну, он, хотя я член партии, но он, допустим, дурак. Но я же могу сказать, что он дурак. И про если могу сказать, что у меня член партии дурак. Значит, я буду вынужден лгать. Или что-то скрывать. А я никогда не лгал, ничего, я ничего никогда в жизни не скрывал, не хочу. Поэтому, потом, вам же как? Вам демократия нужна, да? Вот я тебя вижу, прям тебя демократия. Я тоже за свободу личности, за демократию, но. Но тут же нельзя сделать демократию демократическим путем. Потому что будут голосовать бабки, детки. А бабки, детки никогда за демократию не проголосуют. Обманут, они будут выбирать очередного сатрапа-убийцу. Поэтому демократию можно сделать только не демократическим путем. Ну и так далее, и так далее. Это абсолютно патовая ситуация. Поэтому нужно заниматься политикой. Я вот как могу, я что-то пишу, сообщаю, я говорю, как делать, как. И то меня спрашивают, надо как делать, а я отвечаю, ну вы тут столько веков такое натворили, а теперь мне как делать, да?